Когда мне было 11 лет, в моей жизни произошел судьбоносный поворот. С этого момента я точно знал, кем хочу стать — охотником. Я принял решение, важное для своей жизни. Мой приоритет — охота и жизнь на свежем воздухе. Присоединяйтесь к приключениям охотника из Норвегии. В путь! Привет, я Кристофер Клаусен из Норвегии, и сейчас выполняю миссию. Моя миссия — найти место для охотничьего лагеря на следующие пару месяцев. Сейчас ноябрь, и я очень хочу найти подходящее место, пока не началась зима. Сейчас моя цель в этом. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном. Я ищу охотничий лагерь, где могу надолго остаться. Мне нужен доступ к воде, поэтому я в каноэ. Эта река со своими притоками дает мне доступ к обширным и богатым охотничьим угодьям. И еще я ищу доступ к дровам. Я останусь в этом лагере надолго, поэтому мне нужны дрова. Приближается зима, и я планирую найти подходящее место и построить простое укрытие. Там я буду жить в ближайшие месяцы и выходить оттуда на охоту. Что я буду делать? Я только что вышел на берег. Я пройдусь и посмотрю, можно ли найти подходящее место. Но мой охотничий сезон ежегодно начинается в июле. Мой охотничий сезон начинается в этом месяце последние 15 лет. Я начал сезон с охоты на самцов косули. Гон у самцов косули начинается в середине июля и продолжается до первой недели августа. Последние 15 лет я каждый год ездил в Польшу охотиться на самцов косули во время гона. Подманивать самцов косули очень волнительно. Ты идешь на позицию, садишься, не видишь животных и начинаешь их подманивать. Ты не знаешь, покажется ли оно или кто покажется, потому что на манок реагируют и самки, и самцы. А самцы косули могут быть очень агрессивными. Я волнуюсь. Попробуем сейчас.
Это был красавец. Черт, простите. Уф, очень плохо. Он к нам приблизился и увидел нас, а я промедлил. Я подманиваю самцов косули двумя разными звуками. Один — контактный звук, а другой издает самка, когда ее слишком сильно толкает самец. Я хочу, чтобы самец думал, что самку хочет похитить другой самец. Он идет сюда. Самец приближается. Он подходит. Подходят два самца. Ты в него целишься? Да. Он падает. Было так интересно. Два самца одновременно. У каждого по 6 отростков. Он упал в 40 метрах от нас. Посмотрим на него. Красавец с 6 отростками. Было весело, и первый самец, убитый из моего нового ружья. Красавец с 6 отростками. Его было трудно подманить. Самый волнительный момент. Это было очень круто. Отличная позиция, и я прекрасно себя чувствовал. Я их подманивал, но ничего не происходило. Затем позади нас появилась самка. В то же время прибежал самец и остановился примерно в 25 метрах. Так волнительно, когда они реагируют на такой вот зов. Подманивая самцов косули, я очень активен. Я часто использую манок, провоцируя самцов косули. Они приходят и смотрят, в чем дело. Я не говорю, что это единственный способ подманивания самцов косули, но мой отлично срабатывает. Thank you.
У меня очень быстро бьется сердце. Это было волнительно. Он наконец вышел, да? Красивый самец. Он был сильным. Пошли. На следующую охоту с нами пойдет моя подруга Александра Баранецка, польская охотница. Она выросла в Польше, изучая польскую охотничью культуру. Я буду подманивать. Он убит. Где он? Он здесь. Отличный выстрел. Дай 5. Черт возьми, Александра. Второй самец за час. Просто обалдеть. Он лежит здесь? Да. Вот, он здесь. Огромный. Очень хорошо. Самый большой самец, что ты убила? Да, самый большой самец, что я видела. Отборный самец? Да. Отборный, это точно. Отлично, отлично. Ты его подманила? Да, я его подманила. Так. Взгляни на него. Ух ты. Очень классный самец. Видишь? Класс. Лис на подходе. Ты видишь лиса? Да. Два самца косули слева от нас. Черт побери.
Андерс, лис еще здесь. Он убежал. Столько активности на этой позиции. Сначала на зов отреагировал лис. Затем пришли самка и самец. Я продолжил подманивать, и вот самец убит, но лис убежал. Тоже сильный, с шестью отростками. Он был классным. Пока что самый крупный. Самый крупный? Да, да. Это старый самец. Длина рогов 26-28 сантиметров. Я с трудом его подманил. Я долго искал подходящее место и не могу понять, где разбить лагерь, в лесу или рядом с озером. Если мой охотничий лагерь будет в лесу, я построю более прочное укрытие. У меня будет доступ к строительным материалам. Если я построю его у озера, у меня будет большой обзор, но будет более ветрено. Я не могу решить, что делать, но продолжу искать. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном. Когда я строю укрытие, есть несколько вариантов. Простейшее укрытие — навес, затем укрытие в форме треугольника и укрытие в форме типи. Я останусь в этом лагере надолго и хочу, чтобы мое укрытие подогревалось изнутри. Я должен собрать много стройматериалов, а тем временем мы посмотрим на то, как я начинал свой охотничий сезон. Я подманивал лис.
Ну как тебе? Эта лиса отреагировала на манок. У нее красивый мех. Было очень волнительно. Моя первая лиса, добытая манком для хищников под номером 4. Смотрите. Я убил двух. Этой попало в легкое. Сфотографируемся с обеими. Меткий выстрел, Андерс. Отреагировал на манок?
Он упал. Еще два. Вон там первый. Подманили двух лисов, да? Это первый, которого мы подманили. Ты эффективный. Отличный выстрел во второго. Непревзойденный. Этот лис отлично отреагировал. Ты был готов? Да, был. Я подманиваю лис, используя разные звуки. Встревоженного зайца или кролика. И еще встревоженные птички или дятла. Здесь, в Европе, эти звуки обычно прекрасно работают. Лисы — умные животные и в основном ночные. Выманить лису на открытое место днем достойно награды. Ты готов? Да.
Лиса на подходе. Она приближается. Вторая бежит вон там. Подманил двух лис. Это кошка. Сюда идет самец косули. Это самец. Вот это уже разговор. Полное безумие. Я подманивал 5 минут и добыл двух лис и самца косули. Троих, двух лис и самца косули. Это безумие, я весь дрожу. Это молодой лис. Он отреагировал на звук детеныша косули. Прекрасно, 6 отростков. Это взрослый лис. Подманивать животных очень увлекательно. Многие из вас знают, что я выпускаю собственные манки, манки Клаусена. Один для косуль и 4 для других хищников. Сейчас я покажу вам, как они звучат. Первый манок, что я хочу показать, манок для хищников Клаусена номер 1. Он звучит как встревоженный заяц, как умирающий заяц. Я надену мундштук, чтобы вы услышали разницу в тоне и высоте звука. Вы слышите очень сильное различие, потому что я надел этот мундштук. С помощью этого мундштука хорошо подманивать койотов. Я подманивал рысей, лис, барсуков, куниц. А в Канаде я подманивал этим манком рысей и барибалов. Второй манок. Манок для хищников Клаусена номер 2. Я начну со встревоженного дятла. And
Он может звучать вот так. Есть много разных видов дятлов, и этот звук встревоженного дятла. Следующий звук — встревоженный заяц. Этот манок может издавать два разных звука. Третий манок — манок для хищников Клаусена номер 3, имитирующий встревоженную птицу. Его звучание более светлое и слабое. Этот манок прекрасно подманивает молодых лис летом. Этот мощный звук встревоженного зайца может отпугнуть молодых или неуверенных в себе лис. Четвертый манок. Манок для хищников Клаусена номер 4 издает минорный звук встревоженного зайца. Он звучит вот так. И последний. Манок Клаусена для косули, издающий разные звуки. Детеныши, самок, а также звуки тревоги. А теперь звук тревоги. Так звучит встревоженная самка, когда она еще не готова, но самец ее хочет и пытается ее толкать. Она издает вот такие звуки. Я им пользуюсь, когда хочу выманить самца с его территории, думающего, что другой самец хочет овладеть его самками. Это манки Клаусена. Как я сказал, подманивать животных очень увлекательно. Вы должны попробовать. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном. Как вы видите, я строю укрытие в форме типи, где у меня будет возможность разводить костер внутри. Как вы уже знаете, я каждый год начинаю сезон с подманивания самцов, косули и лис. После чего, когда есть возможность, я охочусь на диких северных оленей. Норвегия — единственная страна в Европе, где есть популяция диких северных оленей. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном.
У меня есть желание добыть самца северного оленя. Но самцы сосредоточились в центре стада. Я не могу сделать меткий выстрел, так что я должен быть терпеливым. Великолепный вид. 200 северных оленей поднимаются по склону холма. Вскоре они пересекут хребет. Стадо близко. Наконец-то мы с добычей. Великолепная охота. Друзья на другом склоне хребта направляли нас с помощью своих раций. Северные олени кормились рядом с нами. Самые ближние были всего в 15 метрах. Начинается тяжелая работа по разделке животного. Ко мне присоединился мой друг Ларс Уле. Это наша первая охота на северных оленей. И у нас есть желание добыть взрослого самца. Мы охотимся в горах и подкрадываемся к северным оленям. Мы видим нескольких самцов. Завтра будет многообещающим. Это огромный самец. И еще 4 самца. Теперь ты его видишь под летящим орлом. Он красавец, да. Он не гигант, но приличный. Очень волнительно.
Самец направляется в нашу сторону, так что мы должны быть готовы. Мы поднимемся на хребет и посмотрим, что будет. Он идет сюда. Он красавец. Он огромный. Поздравляю, спасибо. Твой самый первый день охоты на северных оленей, и ты добыл этого самца.
Мы углубились в горы на 5-6 километров. За хребтом мы заметили стадо. Похоже, стадо смешанное. Попробуем подобраться ближе. Он убит. Есть. Мы видим, что попали прямо в него. Потрясающе. Отличная охота, Терье. Да, и классный самец. Остальное стадо все еще поблизости. Мы будем нести его примерно 6 километров. Как многие из вас знают, на большинстве ружей мы в Скандинавии используем глушители. Они стали настолько популярными, что их используют даже на дробовиках. Почему мы так делаем? Причина первая — защита вашего слуха. Выстрел из ружья или дробовика очень громкий. Вы можете повредить ваш слух. Используя глушитель, вы снижаете громкость, и для меня это важный фактор. Второе преимущество — используя глушитель на ружье, вы уменьшаете отдачу. Чем меньше движется ствол, обычно тем точнее вы стреляете, и я думаю, что это здорово. Третья причина использования глушителя — уменьшение шумового загрязнения. Скажем, если вы охотитесь ночью или рядом с городом или в сельской местности, вы издаете меньше шума и меньше беспокоите людей. И я думаю, что это здорово. Вы видите глушитель на этом дробовике? Он — его важная составляющая. Этот дробовик очень легкий, и когда на нем глушитель, вы видите, что ружье сбалансировано, как должно быть, и это прекрасно. Первая причина его использования — он защищает мой слух. А когда я охочусь с легавыми собаками, он защищает слух собак. Зачастую мы стреляем над головами собак, и без глушителя выстрел очень громкий, и его использование — огромное преимущество. Использование глушителя на этом дробовике улучшает точность моей стрельбы.
Подводя итог, я могу сказать, оглушители только положительные. Все больше стран делают его использование законным, что очень здорово. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном. Как вы видите, оно начинает выглядеть как укрытие. Я еще не закончил, я закрою его снаружи, но в него уже можно заселяться. «25 августа был день открытия сезона охоты на тетеревов и глухарей в Швеции. И каждый год, в последние 20 лет, я уезжаю в Швецию в день открытия сезона искать глухарей и тетеревов». Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном. Собака показывает. Идеальное место для проживания глухаря. Она показывает. Думаю, это был старый глухарь. Это молодая птица, умница. Это было потрясающе. Я охочусь на глухарей с легавыми собаками. Они — моя страсть с детства. Мне было всего 15 лет, когда я завел свою первую легавую собаку. Тогда началась моя карьера охотника с собаками, и в следующие 21 год у меня были две разные легавые собаки. Глухарь упал. Ты его нашла? Да.
Умница, Пири. Ко мне. Иди сюда. Думаю, ты разогрелась. Еще один глухарь. Умница, Пири. Ты его нашла, умница. Ты на него указала. Это было великолепно. Великолепные птицы, эти глухари. Гилкрист. Я стою здесь в первый день охотничьего сезона, когда солнце поднимется. Надеюсь увидеть тетеревов. Они вон там, внизу. Два отдельных дерева и птицы между ними. Птицы поднимаются на эти два дерева. Это первое, что они делают утром. Сегодня утром у меня есть шанс добыть моего первого тетерева. Марк Гилкрист, мой друг из Британии. Он шеф-повар и заядлый охотник. Раньше он никогда не охотился на глухарей и тетеревов в Скандинавии. Присоединяйтесь к нам в наших приключениях в шведских лесах. Есть! Поздравляю! Это изумительно! Молодой самец! Твой первый тетерев! Ты смотри!
Сегодня я приготовлю филе лося. Я дам его собаке и буду есть собачью еду. Какая умница. Видел, как она на него показала? Ты сказал, иди за ней. Птица поднялась, первый выстрел мимо, но второй был более удачным. Он летел между деревьями. Я выждал и добыл его. Ты смотри. Раньше я никогда таких не видел. Умница. Славная девочка. Завтракаешь как птица, да? Мы зря купили всю эту еду. Птицам хватает и такой еды. Перо глухаря. И еще одно. Да, да. Самец глухаря, Марк. Мой первый глухарь. Для меня было хорошо, что птица летела ко мне, иначе я бы в нее не попал. Он летел ко мне, и я его добыл. Есть! Смотри, он идет. Смотри. Ты смотри. Славный мальчик. Молодец. Берет пример с мамы. Отдай. Ты умница. Ты славный мальчик. Ты смотри. Я очень рад. У нас есть два дня, и в первый день мы очень быстро добыли эту птицу. Я промазал по паре других, но я доволен. Это молодой самец. Мы много работали, чтобы добыть глухаря. Мы пару раз сходили впустую. Думаю, Кристофер слегка разочарован количеством птиц. Мы вышли из машины, немного прошли и вспугнули большой выводок. Это был первый большой выводок, что мы увидели. В большом выводке мы насчитали трех молодых самцов. Мы долго шли через болото, и Кристофер сказал, мы зашли слишком далеко. Мы вернулись на край болота и получили великолепную возможность. Собака вспугнула птицу в 25 метрах от нас, и она вылетела на открытое место. У меня было много времени, я прицелился и убил ее первым выстрелом. Это был молодой самец. Вот этот парень. На обратном пути у нас появилась новая возможность. Другой молодой самец. Но он был в 50 метрах от нас, и мы ей не воспользовались. И все же все прошло отлично. Поздравляю тебя. Большое спасибо, что взял меня с собой. В Англии почти не осталось глухарей и тетеревов. Я должен поблагодарить тебя за собак, потому что без них мы бы ничего не добыли. Я не буду жаловаться на то, что в Англии охота затруднена. Я приехал сюда неделю назад. У меня был плохой день, мы с друзьями стреляли в голубей. Я был разочарован. Мы убили всего 211, а я думал, что мы убьем 400 или 500. Я больше не буду жаловаться на плохую охоту. Я вижу, как много вы работаете. Чудесно.
Вы видели, что я только что сделал кострище и сижу здесь с глухарем. Мой план — ощипать эту птицу. Затем я нанесу на нее немного сливочного масла и заверну ее в алюминиевую фольгу. Затем я положу ее внутрь кострища. Когда костер прогорит, накрою ее, и, надеюсь, через 3-4 часа она будет готова. Это лучший этап готовки. Я оставлю ее на 3-4 часа, выкопаю, и надеюсь, она будет идеально приготовлена. Охотничьи приключения в Норвегии с Кристофером Клаусеном.